Всем привет, с вами Флейм. Представляю вашему вниманию две хоррор-премьеры этой недели. «Пиковая дама. Черный обряд» российского производства с бюджетом 45 миллионов рублей или примерно 750 тысяч долларов. То есть очередной трэш от наших киноделов. Я даже не знаю, считать ли минусом то, что в списке создателей нет ни одной знакомой фамилии. Пожалуй, нет. Правда, я тут посмотрел, что режиссер уже отметился ужастиком «Владение 18». Его я не видел, но оценки не выше средних. Можно понадеяться, что на ошибках учатся. Трейлер «Пиковой дамы» поначалу нагнетал уныние, но один момент все-таки зацепил, и вторая половина трейлера пошла бодрее. Но не думаю, что фильм будет полон напряженного действия. Скорее всего, нас ждет очередная попытка вытащить фильм посредством мистики в духе азиатских ужастиков. Правда, завязка больше напоминает «Городские легенды 3», те, что про кровавую Мэри. А сюжет в целом похож на «Остаться в живых», который «Stay Alive». Фильм вполне мог получиться неплохим, если авторы смогли не дать происходящему скатиться в тоску, подобную фильму «Мертвые дочери». Но если вы решились пойти на «Пиковую даму», помните, где она сделана, и не ждите чего-то выдающегося. Вторая премьера недели – «Видение». Трейлер заманивал тем, что фильм якобы от создателей «Астрал», «Синистер» и «Паранормальные явления». Да, за студией числятся эти фильмы, но для меня более важным фактором являются режиссеры и сценаристы. Режиссер «Видений» Кевин Гроттард снял в свое время шестую и седьмую части «Пилы», а еще «Джезебель», которую я не видел, поэтому я не знаю, как хорошо он справился с мистической историей. Но с пыточными хоррорами у него все шло неплохо. Может, смена поджанра покажет разносторонность его таланта? Что касается сценаристов, то за авторством одного числится «Глубина», годный мистический хоррор про подводника времен Второй мировой. Так что, думаю, что «Видение» будет вполне неплохим мистическим фильмом. Другое дело, что тема переезда в места с дурным прошлым уже настолько заезжена, что мало интересно. Подобный сюжет за последние 10 лет всплывал сотню раз, и придумать то что-то новое очень непросто. Смотреть или нет – дело вкуса. Если вам понравилось это видео и вы хотите быть в курсе ближайших хоррор-премьер, подписывайтесь на канал и на паблик ВКонтакте. Всем пока!